Hey, guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Вольфенштейн. Вольфенштейн. Мы хер знает, где с вами, мы называем ее так ферме, но здесь такая хероборина. Здесь такое огромное помещение, что я манал. Ой. Умираете ж вы, они не умирают с одного выстрела, ну что за бредяк? Все-таки просто пушка, а то было нормально. А эта пушка дерьмо. Найс. Так, хорошо. А чем отличается? Подожди, подожди, чем отличается вот это от этого прохода? То, что тут заперто, да? Ладно. Паля! Ах ты гомнюка. Морчик, ты пошел? Так, это кристаллики, да, которые мне нужны? Кажется, да. Что-то у меня такое чувство, что херовые кристаллики. Вы способны щит, который дает вам защиту от пули. У вас отключение, а у меня нет. Это кто? Манать. А можно я выйду отсюда, как я сюда пришел? У меня плохое предчувствие, если я там сейчас пройду, там вот этот херой Бора на меня нападет. Так, ладно, думаю, лучше на этот пока переключиться. Хотя, ладно.
типа я понял, что они себя представляют. Я думал, будут обычные зомби. А это хуй знает что. Она по-любому взорвется, типа. Да. Теперь это чисто атака, знаете, зомбаков. Теперь это чисто отбивание зомбаков. Ну эти хотя бы зомбаки, они быстрее сдыхают, чем обычные эти солдаты. И это ж, по идее, еще используют трупов, да? Сразу перезаряжаюсь, нахер надо на меня. Нужно было время остановить. Ну, честно. Не знаю, что я сделал, но что-то. Не, автомат против такой толпы охерителя. Воспользоваться щитом нужно было? Но он вообще очень быстро тратит заряд. Типа это и стрёмно, понимаете, но... Но ты понимаешь, что нужно атаковать. Бля, я хотел пополнить запас. Ни хрена, их там и вылазит отсюда. Да-да, шпион, а вас не интересует то, что у вас херем повыходили? Мутантики. Так, как давайте, как вы делали в Dead Space? Стоим в углу. Просто смотрим. Если какая-то херовная к нам прыгает, мы просто ее расстреливаем хером. Нахер оно нам надо. Да-да-да-да-да. Это именно так. Ой, блин. Манать. Не, на самом деле это... А мы с вами еще ни одного этого не нашли, да? Чук-чук. Фолианты. Ну что, главное, бочка не взорвалась. Ребят, давайте вместе побежим. Я вас трогать не буду, вы меня, мы просто бежим вместе. Вы чисто пушечное мясо, если...
Ребят, вы же не против? Мы вместе, да? Все. Ну, давайте, мы с вами мирные, ребята. Друг друга не трогаем. Так, здесь мы еще не были. Валим отсюда быстрее! Хвали! Откуда не прыгать на меня? Пипец. Чтобы завоевать доверие Золотого Рассвета, я отправился на ферму, где пропал агент этой ложи. Там я нашел подземную базу, на которой нацисты пытались выращивать кристаллы Нактзоны. К счастью, мне удалось спасти агента и привести базу в полную негодность. Интересно, с какой целью они вкладывают столько сил и средств в изучение Черного Солнца? Фолианты, где они все были? Где все фолианты? Да уж. Теперь можно продолжать. Почему янки атакуют? Почему меня атакуют? Давай, сейчас город заполнят мертвецы, да, еще? До свидания, я понял. Воу, воу, воу! Они вы что, серьезно захватили их не разумы? Это теперь будет, знаете, не просто коридорчик маленький, где нужно пройти до следующей локации. Теперь мне придется хер знает сколько истреблять. Ладно. Пойдемте сюда, где огонек. А, точно, я сюда же хотел еще сходить. А, тут же закрыто было, точно. А, контрольная точка. Жесть. Так, черный рынок желательно найти сейчас. Это про тебя весь город говорит, верно? Я про него. Он в одиночку напал на раскоп нацистов за городом. Там работает мой брат. Он сказал, когда ты ушел оттуда, нацисты очень заторопились. Они положили в ящик что-то большое и перевезли его в город. Спасибо за инфу. Давай же, нужно все собрать. Доктор Александров сказал, что нацисты будут здесь с минуты на минуту. Притормози. Агент Блажкович, я просил вас всего лишь освободить наших собратьев, а вы разгромили всю базу нацистов. Но ваша миссия увенчалась успехом, поэтому я хочу снова прибегнуть к вашим услугам. Медсестра, которая работает на нас под прикрытием в госпитале неподалеку, говорит, что с тех пор, как это место захватили нацисты, там происходит что-то странное. Выясните, что там происходит. Я обозначил место на вашей карте. Постарайтесь не уничтожить его тоже. Рад вас видеть, Биджей. Вы не поверите, сколько всего эти тулийцы понаписали. И, конечно же, мне придется все это переводить. Прикол, прикол, прикол.
А знаете что, не прикол. Удачи вам в выполнении. Куда мне идти? Вот уж где не прикол. О, я как раз на другую часть иду. Хорошо. Да хорошо. Послушайте, несколько моих соратников попали в плен. Их допрашивают. Они не бойцы, агент Блажкович. Им нужна помощь. Штаб отмечен на вашей карте. Проберитесь внутрь и найдите их. Как далеко? Я что-то аж не вижу на карте. А, все вижу. Ну, это как раз нам этот нужно идти туда. Да? Госпиталь. Ну, мы по пути зайдем. Хотя... Подожди, куда я вышел? Непонятно, но понятно то, что пламя тут погасло. О-о-о. Все, все, все. А мне сюда. Как так? Давайте в госпиталь пойдем, блин, нам. Штаб-квартира ЦЦ. Либо так, либо мне нужно все это дело обходить. Ну ладно, давайте обойдем. Только мне черный рынок бы желательно найти. Подави еду же часть. Хорошо. Блин, вот эта пушка она офигенна тем, что очень большой дэмэдж наносит. Но мало пулек. Так, данные. Данные. Эскизы нюхача. Это нюхач. Это он, да, ищет типа кристаллы? Как я могу понять? Так, это тюрьма. По-любому мне придется сюда прийти и кого-то спасти. Валим обратно. Ну,
На ёлки-палки, сдохни. Почему ты по одному стреляешь патроном? Деньги. Неплохие деньги. Паркур, паркур. Люков, сколько здесь проходов? Ты что, спишь же? Подожди, а куда этот подъем? Еще деньги. Вау. А это, как я понял, проход в подвал, да? Да. Это пойдем здесь. Так, еще проход наверх. Да, это у нас ведет. Так, и у нас еще здесь было проходим. Манать! Просто минометный стрел. А, ты занят. Тогда да, тогда только сюда. Ну что, полетели. Штаб-квартира ЦЦ. Ну блин, мне кажется, здесь будет дохи. Друг мой, поймите, что я не хотел бы вас мучить. Постарайтесь понять. Я сделаю все возможное, чтобы узнать о делах Золотого Рассвета в Айзенштадте. Конечно, вы будете держаться и сопротивляться мне из последних сил. Другого я и не жду. Но уже очень скоро я сломлю вашу волю, как ломаю тело. В итоге вы расскажете мне все, что я хочу знать, умоляя о смерти. С докладом прибыл. Вам удалось захватить агентов Золотого Рассвета? Так точно. Бой был непростым. Их не били, сержант? Никак нет. Пальцем не тронули, как приказали. Зергут. Пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу. Окей-токи. Блять, обслюнявил себя. Окей-токи. Штаб-квартира, шо по данным? 4 данные, 4 золота.
это шпион! Вперед! Хватит оттягивать неизбежное! Мисс, можете отвалить отсюда? Знаете, они какие-то сильные, да, стали? Немножко по мне популяли, я уже почти мертвый. Так, данные. Агенты Золотого Рассвета обладают огромной силой воли. Однако во время продолжительных допросов нами была получена информация, подтвердившая наши подозрения. Американец, находящийся в данный момент в Айзенштадте, это тот же шпион, который помешал созданию суперсолдат, а также сорвал операцию «Возрождение». Уверен, продолжая допрос агентов Золотого Рассвета, мы сможем выяснить местонахождение американца. Так, вот что меня интересует еще, это... Хотя ладно, забейте. Не столь важно. Укрытие! Были элементы стелса, но... Их решили убрать, да? Я сейчас посмотрю все-таки в настройках игры. Какая сложность? Не трогайте меня, нормальная сложность. А... Какого черта? Отряд, пошли! Макшнер! Ладно. Девушек не трогаем. Надо, блин, на черный рынок все-таки загонять, потому что у меня это... Слишком много вещичек. Фу, так, окей, золото найдено. Еще золотишко. Данные. Заперто. Так, значит, все-таки наверх погнали. Мне предлагают с автомата, блядь. Это шпион! Да, в ту сторону пойдем потом. Так, исследуем сначала эту часть. Я знаю то, что ты знаешь. Так, закрою пока что. Поиск данных. Так, задание, данные. Ваш приказ взять в плен агентов Золотого Рассвета был просто гениален. Они умеют противостоять нашим методам ведения допроса, но я уверен, что через некоторое время все же сломаются. Тогда наши книжники получат всю информацию, скрытую в глубине их сознания. Естественно, они лишатся рассудка, но таковы реалии военного времени. Так, хорошо. Деньги. Отлично, автомат. Еще где-то. Так, тут ничего. Поехали. Прячься! Это шпион! Что за бред? Ладно, давайте пока что вниз. Здесь американец!
американец тут, а не здесь. Пошли, пошли! Пошли, пошли, отступаем! Я знаю, что ты здесь, американец! Ты с мусором, да, дедушка? Денежки. Бери! Вперед! Отряд, пошли! Пошли! Хватит оттягивать неизбежное! Ваша пехота оказалась не в силах справиться с Янки. Следует немедленно направить в бой элитное подразделение, а также увеличить количество книжников. Этот шпион становится центром сопротивления. Его нужно остановить любой ценой. Любой ценой. Я смотрю, какие-то проблемы со звуком начинаются, потому что... Я знаю, что ты здесь, американец! Пошли, стой! Давайте посмотрим тогда, что здесь. Отряд, пошли! Махмед! Кто-нибудь видел его? И... Сейф. Так, и одно золотишко осталось. А я его не вижу. Ладно. Можно еще пройтись, посмотреть. Мне кажется, тут ничего не найду. Осторожно! Направо! Пошли, пошли! Со звуком проблема то, что слева направо. Граната! Слева направо от звуки. Будет, наверное, интересно, если я смогу еще управлять этими жуками. Тут, скорее всего, последняя будет денежка. Да. Все, можно выходить. Готов. Меня попросили освободить троих агентов Золотого Рассвета, захваченных эсэсовцами. На базе СС в историческом центре я узнал, что пленников держат на заброшенной фабрике, принадлежащей отделу паранормальных исследований. Страшно представить, какие методы допроса могут там применяться. Угу. Все найдено. Ну что, в принципе, я думаю, на этом можно и закончить. Поэтому... госпиталь мы потом пойдем поговорить с агентом Золотого Рассвета. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.